привет! Вы на канале Девочки и Куколки, с вами Марина. Сегодня я вам хочу показать кукольный домик, книжку-раскладушку вот для такой куклы. Я готовила подарок для своей третьей внучки Алены. Ей 3,5 годика. И сейчас мы с вами все посмотрим. Я вам покажу, сделаю такой вот видеообзор. Первая страничка – это вход в домик. Написано имя девочки – Алена. На буковке Ё такие бусинки, их можно потрогать руками. Рамочка для фотографии, она с пленочкой. Кошка. Такой упитанный кот. Белый, с черным ухом, и на хвостике у него черненькая. И обратная сторона серая. Это магнитная кнопка. Знакомим ребенка с магнитной кнопочкой. Вторая комната – это спальня девочки. Она спит в пижамке, у нее кроватка, подушка мягкая. Мягкая подушка, под подушкой конфетка. Девочки у нас сластены. Одеялочко вот так откидывается. Это окошко, оно темное, это ночь. Книжечка, она на липучке. Можно почитать книжечку. В тумбочке у нас тоже есть липучка. Это духи. Куколка пришита, это пуговичка. После того, как девочка встает, надо умываться. Поэтому вторая комната у нас ванная. Пижамку снимаем, остаемся в трусиках и в маечке. И кукла идет купаться. Здесь есть такая пенка и пуговичка на веревочке. Куколка купается. Это занавеска. Из душика водичка. И есть два крана с горячей и холодной водой. Это маленькие пуговички. Также полотенчика и зеркало. Кукла искупалась, и теперь она хочет одеть платье или другую одежду. Шкаф, две ручки. Это от бусов такие бусины, я их пришила. И выбирает одежду, которую она сегодня оденет. Маленькая футболочка на липучке. Юбочка тоже на липучке. Одела новую одежду. Это из фетра я сшила. Можно, конечно, вот обметать одежду зигзагом из ткани. Из фетра проще. А пижамку убираем в шкафчик. И закрываем шкаф. И наша девочка Алена отправляется на прогулку. Выходит в сад, гуляет, видит радугу. Можно с ребенком выучить стихотворение. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Эта страничка развивающая. Можно поиграть в математику. Например, на дереве было 5 яблок. Посчитаем с ребенком 1, 2, 3, 4, 5. 2 яблочка сорвали. Сколько осталось яблочков? Также кнопки у меня здесь разного цвета. Черные и белые яблочки на кнопках, а белые яблоко на магнитной кнопке. Можно дать задание, найди отличие, чем отличаются яблоки, по цвету, с листочками. А еще, если ребенок постарше, он может найти, здесь вот обшивка на машинке, здесь на руках, а это яблочко, оно без ниточек.
можно дать задание «Посчитай, сколько яблок на картинке». Ребенок посчитает 5, ему тогда сказать «А внимательнее», и он может найти еще здесь яблочко. Это корзинка, сюда можно убирать яблоки. Еще у нас есть мешок под яблоки, он вот тут в кармане. Вот такой мешочек, который одевается на пуговичку. Учим ребенка одевать на пуговицу. И в этот мешок можно складывать яблочки. Куколка погуляла, посмотрела красивую радугу, посчитала яблочки и хочет покататься на качельках. Есть качельки. И вот так катается куколка. Это игровая страничка. Можно потрогать лучики у солнца. Они разные. Бусинки потрогать пальчиками. Посчитать цветочки и найти, кто спрятался в травке. Там совушка. Птичка летает. Куколка покаталась на качелях и пойдет в лабиринт. Игра «Лабиринт». Пуговицы. И мы двигаем пальчиком. Даем задание ребенку, чтобы все пуговички сюда перешли или в этот угол. Это очень занимательная игра. Еще хочу показать вам карман. Такой карман, в котором лежит одежда запасная. И есть телевизор. Это бэджик. И в него я вставила картинку. Кукла может смотреть мультики. Поставить, и это будет телевизор у нас. Такую книжку я шила долго. В несколько заходов. Но уже дошила. Все на синтепоне. Внутри она мягкая. Алена умеет у нас немного читать, буковки знает, поэтому свое имя она уже может прочитать. Алене 3,5 годика. Телевизор убираем. Девочка поиграла в кукольный домик, и его надо убрать, сложить аккуратно. Я с вами поделилась своей поделкой «Кукольный домик. Книжка-раскладушка» для своей внучки Алены. Если вам захочется сшить такую себе книгу, то мастер-классы на YouTube. Я мастер-класс не записывала. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Пишите комментарии, я всегда их с удовольствием читаю. С вами была Марина. Всем пока. До новых видео.